Я написала о нем книгу, о моем муже. Книгу борьбы. Он жил здесь в эмиграции и преподавал в университете. О, эти современные мессии, как они безжалостны к себе и к своим близким. Он запретил мне ехать с ним. Там, на юге Африки, вооруженная борьба. Там нет еще свободы, нет независимости. И вот теперь умирает мой муж. Почему я согласилась остаться здесь? Почему? Как отбирают людей для разных опасных, неприятных профессий. Вот мы, к примеру, делали такой опыт. Завязываем парня глаза, а в метрах 10 от него ров. Парень это знает. Потом команда вперед. Одним бросается опрометью и в яму. Другой делает 2-3 шага и останавливается. Крепкие ребята. Это проверено. Делают 7-8 шагов. Стоп. Такие годятся. Когда меня само испытывали в первый раз, я сразу же угодил в ров. Остановиться? Ну как? Во все части какой-то ужасной машины без тормозов и обратного хода. Я не знаю, что заставляет меня опять лететь в Африку. Вероятно, все дело в том, что с некоторых пор я совершенно перестал понимать окружающий мир. Мне кажется, он неуправляем. Все мы катимся в пропасть. Боже, как все медленно. Чего мы ждем? Почему ничего не происходит? Должно что-то происходить. Происходить. Иначе можно сойти с ума. У меня есть жена и взрослые дети. Но только привычка заставляет нас продолжать какие-то отношения. Мы поддерживаем высокую мораль на тонущем корабле. Все мы должны исчезнуть. В этом вся фальшь жизни. Но если не можешь изменить фактов, постарайся изменить отношение к ним. Ведь когда-то я мог изменить факты. Бросить вызов ужасной машине. Что меня остановило? Они жгли напалмом, жункли людей, бросали воющие бомбы, травили газом. Я потерял всех своих родных. Они задохнулись, потом сгорели вместе с деревьями. Но во сне я до сих пор их вижу живыми и добрыми. Что со мной происходит? Еще совсем недавно хотел только одного — сосредоточиться. Сосредоточиться. Ограничить все операционным полем, клиникой, лабораторией. Никаких житейских отвлечений, никакого хаоса. И вот, пожалуйста, бросил все, лечу в Африку. В Африку. Чего же я хочу? Как ни странно, мои новые опыты заставили меня задуматься. Для чего жизнь? И что нас людей ожидает в будущем? Всем существом своим я пожелал надежды всечеловеческого братства.
Как медик, я понимаю, возбуждение у меня преобладает над торможением. Но готов ли я к испытаниям? Простите, вы из Москвы? Вы врач? Да. Летите в Легу и дальше? А почему вас это, собственно, интересует? Идемте, я вас провожу. Вас ждут. Кто? Это он? Вероятно. Даже не смею вас благодарить. Во всяком случае, от своего имени. Но от имени моего мужа. Простите, а кто ваш муж? Вы не знаете. Вам еще не сказали? Нет. Я не сумею вам объяснить беспристрастно. Он для нас все. И, конечно, для меня. Гиту наша надежда. Ему все верят. Он поднял народ. Он должен жить, чтобы бороться. Здесь рентгеновские снимки моего мужа. Они были сделаны в прошлом году, но, может быть, они вам помогут. Мне? Я буду с вами. Это Альберто, он летчик. И поведет маленький самолет, который прилетит за нами в Легу. Альберто хорошо знает трассу. Ничего не понимаю. Я действительно лечу в Легу, я знаю, кто такой Гитун, но... Я лечу с вами. Вероятно, мне с кем-то путаете, честное слово. Вы должны оперировать моего мужа. Моя задача развернуть госпиталь. Но что касается вашего мужа, то, очевидно, должен прилететь другой врач. Я больше не могу здесь оставаться. Осторожней, пожалуйста. Черных они просто не выносят. У нас на юге, в Леодезии, это полезно. Не знаю, не уверен. Осторожнее с рыбами. Это груз ЮНЕСКО. Волнуешься? Немножко. А если откровенно, то очень волнуюсь. Послушайте, вам не надоело меня разглядывать? Простите, но у вас было такое милое лицо. Я буду с тобой. В том-то и дело, это мой первый международный рейс, и ты командир. Я так боюсь тебя. Я люблю тебя, детка. Насколько я понимаю, мы с вами соотечественники. Добрый вечер, Глеб Александрович.
Откуда вы меня знаете? В представительстве ТАСС мне сказали, что я лечу с вами одним рейсом. И даже поручили пару раз щелкнуть ваши медицинские подвиги. Если таковые будут, Толмачевы. Чухнин. Можете называть меня Светой. А вы всегда так бесцеремонно рассматриваете спящих женщин? Зачем вы так? А что, мужик как все. Вы меня не бросите, а то путешественник малоопытный. Не брошу. Должна вас предупредить, существо я неприятное во всех отношениях. Но говорю, черт знает что, потом сама себя отвратительна. Я это заметил. Вам? Я не пью. Стерильность во всем. Скажите, Света, кто вас обидел? Разве заметно? Пожалуйста. Спасибо. Вся жизнь уходит на ожидание неизвестно чего. Что означает этот идиотизм? Любовь. Это их символика. А ты узнала ее? Кого? Вот эту. В мешке. Это же Габи, дочь брата Чарльза. Габи. Привет, Стюарты. Привет, Габи. Все-таки у них хоть что-то происходит, Джон. Хоть что-то происходит. Мне начинает нравиться. Что именно? Наше путешествие. Это я вам начинаю нравиться. Ну, смутили. А зачем? Извините. Ваши рентгеновские снимки. Спасибо. Мой коллега еще не появился? Нет. Будем надеяться, прилетит следующим рейсом. Я хотела. Да, я понимаю. Он летит. К сожалению, не один. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Благодарю. Прошу вас. Спасибо. И вообще вы боитесь ответственности, я это поняла. Извините. Я от вас отказываюсь, вы мне чужой. Прошу вас, занимайте места впереди. У нас сегодня мало пассажиров. Вам наплевать, что происходит вокруг? У нас с вами разные профессии. Кроме того, мне кажется, что меня сегодня вообще принимают не за того, кто я есть на самом деле. Эти типы все время что-то смотрят на меня, вы не заметили? Мнительность. Познакомьтесь, пожалуйста. Это Туан Хонг из революционного Индокитая. Познакомьтесь. Мне приятно. Очень приятно. Она летит с нами, чтобы помочь организации наших женщин. Она известная актриса. На родине ее все знают. Простите. Я не имею ничего против вас лично, но мне кажется, будет лучше, если вы пересядете. В таком случае придется пересесть нам. Это будет в общих интересах. Идемте, дети.
Этот вид тоже символика. Нелепый вопрос. Все, что люди на себя напяливают или себя снимают, выражает их отношение к обществу. Почему же ты вообще не ходишь голый? Слишком худа. И не хочу, чтобы мне напоминала об этом полиция. Ты ушла из дома навсегда? Если человек – животное, наделенное чувством ответственности, то я вовсе не имею желания отвечать. За безумие старшего поколения. Так? Примерно. Она отрицает мир вещей, Лиз. Насилие, лицемерие, деньги брата Чарльза, но пользуется ими. Иногда. Экспроприация экспроприаторов. Собственность – это кража. Гуго хочет примирить Бакунина с Христом и Ганди с Марксом. А это Пеппи. Он сжег повестку о мобилизации. Он очень решительный. Весьма приятно. Вы путешествуете. Мы уходим. От кого? Куда? От самих себя. Мысли? Необходимость. Необходимость. Вас сжигает азарт. Но какой? Профессиональный, вам нечего остерегаться. Испытываю навязчивую потребность запечатлеть все оттенки очаровательного мира. Вы замужем? А я рассчитывала услышать этот вопрос несколько позже. Нет, не замужем. Муж меня бросил. Ему нужна была домашняя жена. И в Москве. Он не понимал моего азарта. А вы? Что? Я? Мы еще на земле? Почему мы не летим? Держишься молодцом, детка. А когда-нибудь у нас родится маленькая прекрасная стюардесса. Я в этом уверен. И выше голову. Да, сэр. Будь проще, женщина. Мы в небесах. Оружие у меня. От нашего банка, когда сядем. А русскому скажешь, что его просят зайти в здание аэровокзала. Рикардо задержит женщину. Рикардо? Я? Надо доктора подальше отвезти от самолета. Там будет машина с нашими людьми. А я вам действительно нравлюсь? Как дама? Какая вы дама? Вы открытие для меня. Узнай в баре, кто из пассажиров сходит в банго. За ним никто не должен увязаться.
Ты знаешь, кто я? Банга замечательный заповедник. Есть где поохотиться. Но для этого надо захватить с собой сильных, выносливых ребят. Железной мускулатуры. Вроде этого, господина. Такие нравятся женщинам. И могут все. Питать. Убить. Изнасиловать. Агрессивный тип. А откуда вы это знаете? Вы врач? В некотором роде. Работал с психиатрами. В Банго, господа, я вам покажу двух таких парней на аэродроме. Вы там сходите или летите дальше? Почти все эти господа сходят в Банго. Я хотел бы сменить кресло. И налейте мне чего-нибудь. В Банго освобождается 12 мест. Вы сможете выбрать. Я мог бы перейти сюда. Нет, нет. У нас большая недогрузка, и пилоты просят всех оставаться в первом классе, в носовой части. А этот человек? Он получил специальное разрешение. И вы думаете, что эти агрессивные типы в чем-то виноваты? Нет. Наследственность. Папа с мамой. Все дело в добавочной хромосоме. Определить характер человека, господа, можно при помощи вот таких картинок. Послушай ты, хромосома! Ты, кажется, здорово разбираешься в том, как надо убивать. Я тоже. Так вот, запомни, все дело в том, куда повернут твои несчастные мозги, а не кто твои родители. В чем дело, господа? Пора ужинать. В Банго сходят 12 старых меринов. Совершенно не опасны. Опасен американец. В Сайгоне у меня была девушка, похожая на тебя. Хочешь знать правду? Я знаю правду. Нет. Ты убивал. Теперь тебя мучает совесть. Нет. Тебе снятся женщины, сожженные напалмом. Нет, нет! Убийца! Убийца! Не смущайтесь. Это была прекрасная сцена. Ты поняла только часть правды. А теперь убирайтесь вон. Вашу просьбу я передала. Мадам Клео Гиту скоро будет здесь. Благодарю вас. Мадам, Клео Гиту? Да, что вам угодно. Роберт Палмер. Присаживайтесь.
Я знаю вашего мужа. Он человек выдающийся. Немногого сможет добиться, если не умрет. И примет мою помощь. Не понимаю. Цель моей поездки — установить личный контакт с господином Гиту. Кто вы? Вероятно, вы видите в первый раз в жизни перед собой очень богатого человека, который предпочитает все делать сам. И все же я не понимаю. Вы мой муж? Я решил купить его. Меня интересует медь. Ты видел их лица? По-моему, все в порядке. Жизнь еще существует. Да, сэр. Мы друзья мадам Клео и хотели бы знать, что вам от нее нужно. Я тоже ее друг. Во всяком случае, я не собираюсь мешать вашему спутнику. Если он только врач. Он врач. Хотите немного информации? Конечно. Вы вряд ли знаете господина Стюарта, пытающегося нас подслушивать. Совсем не знаю. Этот англичанин и его корпорация могут оказать самое опасное влияние на судьбу Гиту. Мадам, я это уже объяснил. Кстати, среди пассажиров не только Стюарт заинтересован в этом клочке Африки. Прежде всего, в этом заинтересованы вы. Святая наивность. Я там потерял ногу. А какого черта, простите, вам там было нужно? И хочу, чтобы Гиту возместил мне убытки. По-моему, это только справедливо. Меня укусила африканская змея. Я хочу получить... Что я хочу получить, мадам? Этот господин меня очаровал. Груб, но откровенен. Раскладывайте пасьянс, Глеб Александрович. Что? Чужие карты. Во всяком случае, теперь ваш муж будет знать, что ему придется иметь дело еще и с Палмером. Почему вы так смотрите? Ваши руки, они могут спасти. Могут. Если доктор из Москвы вообще не прилетит, вы не откажете. Не откажете? Я не имею права самостоятельно принять на себя такую ответственность. Вы понимаете? А если выхода не будет? Поверьте, сейчас мне на это ответить трудно. Извините. Почему вы, собственно, на меня сердитесь, Свет? Радиограмма, командир. Кому? Советскому пассажиру доктору Чухнину. Прочти, что там. Профессор Стариков вылететь не сможет в связи с болезнью. Точка. Прошу оказать необходимую помощь пациенту, которого вам укажут. Точка. И подпись. Хорошо, оставь. Я сам ему передам. А как связь? Ответил аэропорт Банго? Пока нет. Банго не садимся. Аэропорт не принимает. Там произошло что-то серьезное. Но пассажиры пока ничего не должны знать. Говори толком, в чем дело. Аэропорт горит. Дамы и господа, наш самолет летит на высоте 9000 метров.
Температура за бортом самолета 28 градусов ниже нуля. Вашему вниманию предлагается большая кинопрограмма. Развлечения ночью и днем. Командир корабля желает вам всем приятно провести вечер. Quand je chante, c'est pour qu'on m'entende. Si je crie, c'est pour me défendre. J'aimerais bien me faire comprendre. Je voudrais faire le tour de la terre avant de mourir. Il y a la guerre, la peur, la faim et la misère. Je voudrais qu'on soit tous des frères. C'est pour ça qu'on est sur la terre. Je suis pas un chanteur populaire. Je suis rien qu'un gars. Он получил деньги и не станет вмешиваться. Что произошло в Бангу? Не знаю. Возможно, аэродром разбомбили. Кто? Не знаю. Калея тоже молчит. Если вы решили действовать, свяжите меня. Здесь есть шнур. На горизонте какие-то взрывы. Что это? Садись, банда. Деньги получишь, когда приземлимся. Ты, кажется, не понял. Мы должны сесть в банду. По расписанию. По закону. Нельзя обманывать пассажиров. Пилот в порядке. Руки! Как думаешь, кто начал там внизу и против кого? Кто? Идиот!
Мы опаздываем. 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 Кто из вас умеет управлять самолетом? Они убили пилота! Все по местам! Назад! Скорее, господа, иначе мы погибнем. Кто из вас может справиться с самолетом? Он сможет? Иди. Вы летчик? Послушай, ты, черномазый, принимайся за дело, да поскорей. Альберто. Господин летчик! Спасите! Помогите! Помогите! Спасите! Спасите нас! Спасите летчик! Спасите! Спасите! Я ненавижу тебя! Черный. Но ты не можешь ненавидеть моих детей. Я думаю, вам следует поторопиться. Сейчас не время обижаться пустякам. Они ни в чем не виноваты. Ради детей. Ради моих детей. Я понимаю вас, Альберт. Попытайтесь. Попытайся. Я в тебе, Альберто, уверен. Развяжите радиста. Нам надо наладить связь. Нам надо сесть в банку. Мы сядем, где удастся. Уберите мертвого. Куда? Накрой его чем-нибудь.
Объясните, что все это значит? Мы должны сесть в Банго. Есть люди, которые не дадут тебе спасти Гиту. До этой минуты я не собирался этого делать. Но теперь... Ты что, не понял? Черного пророка тебе спасти не удастся. Я все понял. И я требую. Ты требую, хочешь, чтобы я проломил тебе череп? Не трогай его. Он тут ни при чем. Ты его спутал с другим. Нет. Меня ни с кем не спутали. Входи. Если ваши убийцы хотят смерти Гиту, ну? То теперь я сделаю все, чтобы он жил. Иди, я выстрелю. Я сделаю все, чтобы он жил. Иди. И меня ни с кем не спутали. Трусы! Вы все трусы! Их только двое! А вы, сильные мужчины, боитесь этих жалких убийц! Заткнись, желтая кукла! Все по местам! Ты, кажется, в джунглях был самым храбрым, а тут перепугался. Ведь мы же люди, а не звери. Ведь мы же люди. Ведь мы же люди. Назад! Они взорвут самолет! Назад! Садитесь! Не двигаться! Это вам ничего не напоминает, господа? Ничего не напоминает? Чего стоят все ваши разговоры о человечности, когда в руках у параноиков оружие? Всех нас. Весь мир они держат на прицеле. Вам тоже лучше присесть. Порядок достойно восстановлен, и мы можем поговорить. Ну что ж, поговорим. Я надеюсь, вы понимаете, что ваше положение безнадежно. Где бы мы ни приземлились, в любой стране вы будете арестованы, преданы суду. Вас повесят. И я буду этому содействовать. Что? Мы предлагаем вам сдаться. Не сможете вы с нами справиться. Образованный человек, а не понимаете. У нас оружие, а вы хотите уцелеть. Все вы бессильны перед своим страхом. У нас есть время. Мы можем выяснить, на что вы способны. Раздаем свои картинки Рикардо. Коллегу мне неудобно подвергать психотехническому испытанию. Только не двигаться. Передайте дальше. Я бы хотел взглянуть на ваши тесты. Пожалуйста. Дубликаты. У кого 34-й номер? У меня. Что вы видите на фото? Что ощущаете? Отвечайте быстро. Стыд. Отвращение. Отвращение к кому? К себе. Меня всегда мучил страх. Страх перед силой.
пошел на компромисс с ужасной машиной. Сам стал ее частью. И никто не знает, дядя Джон, что вы торгуете оружием. Все мы младенцы, заляпанные кровью. Кто были мои предки? Взрослые алчные дети с ружьями и револьверами. Они истребляли индейцев, торговали чернокожими и были готовы перегрызть друг другу глотки. С такой наследственностью трудно. Я не хочу думать ни о чем, чтобы не спятить окончательно. Минуту назад мы могли разбиться, и все. Все. Кому нужны мои опыты? Хирургия продления жизни, когда вокруг убивают. Долголетие? Да, конечность нашего бытия. Человек мечется, совершает мучительные ошибки, преступления. Хоть человек из жизни должен быть прост, естественен от усталости. Если бы избавить нас от страха смерти, преждевременной смерти, все переменится между людьми. Но сначала надо переделать мир. А что делать мне сейчас? А что чувствуешь ты, глядя на картинку номер 13? Желание отдаться старику с бомбой. Ответ говорит сам за себя. Жажда подчиняться силе и жажда властвовать. Тоталитарная личность. А ты? Картинка номер 3. Проткнуть тебя ножом. Добавочная хромосома. Ты опасен. А вы? Я? Я хочу спать. Замолчите! Мы опаздываем! Ват! Человек всегда идет на компромисс силы. В этом вся суть. Почему же мир меняется? Мир не меняется. Меняется способ убивать. Очень интересно. Страх. Боитесь собственной бомбы. А ведь боитесь. Это правда. Ты умный человек. Но умрешь раньше ты. Твоя жизнь в нашей власти. Почему же вы меня боитесь? Мы боимся? Молчать! Я безоружен, а вы меня боитесь. И ее боитесь. Боитесь этой девушки. И знаете почему? Потому что мир меняется. Вот продырявлю тебя. И твой мир умрет вместе с тобой.
Не двигаться. Думаешь, они за тебя заступятся? Господа! Мы могли бы договориться. Но нам мешает этот русский. Знаете, что происходит там внизу? По-моему, черный повернул на юго-восток, на Легу. Ты в этом уверен? Так мне показалось. Иди. Не оставляй его одного. Вы слышали, господа? Наилучшим выходом для нас было бы сесть в Леодезии, потому что банга нас не принимает. Но красным надо в Легу. Красный хочет спасти черного. Пусть он откажется от своей цели и прикажет сесть, где нам надо. И все мы спасены. Действительно, почему все мы должны страдать из-за какого-то черного? Кто? Глава повстанцев. А что случилось? Нам надо в банк. Почему аэродром банка не принимает? Нам надо в банк. Время перекатиться, мало ли кому-то надо. Прикажите пилоту сесть в Леодезии. А нам надо в банк. Все должны соблюдать общий интерес. А мы требуем. Где-то гибнет человек. Неважно, кто он, какого цвета у него кожа. Вы врач. Вы хотите, вы обязаны его спасти. Я понимаю. Но ведь и мы люди, и нам угрожает не меньшая опасность. Откажитесь от своего профессионального долга ради долга человеческого. Во имя блага большинства. Умоляю вас. Боже мой. Я лицемерю. Лгу. Лгу. Лжешь. Он не умрет. Он не может умереть, мой муж. Не стреляйте! Страх. 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 Ставлю это себе на память.
поймал какую-то передачу. Леодезия напала на соседей на севере и на юге. Мешались европейцы, но я не понял, кто. Чьи это самолеты на подъезд территории, на которой мы летим? Господа, вы же в состоянии войны! Сражайтесь! Идиоты, сражайтесь! Это же война! Вы понимаете, война! Вырвите у них оружие! Сидеть и не двигаться. Пришла наша очередь посчитаться с вами. Наша очередь. Назад! Назад! Там внизу огромный, вооруженный до зубов сумасшедший дом. Мы только повторяем его правила. По местам! Брось ты пиликать на скрипке. Мы хотим говорить. Прежде всего, я хочу поздравить дядю Джона. Перестань поясничать, Гамми. Положение слишком серьезно. Худшее впереди, когда мы начнем стрелять. А пока что там внизу стреляют ваши танки, дядя Джон, те, что вы продали Леодезии. Высокомерные подонки, свиньи, дерьмо! Вы хотите уничтожить Гиту? Но мы за Гиту. И мы обратим его в нашу веру. Мы всех уничтожим или обратим в нашу веру. Ты сошла с ума, Габи. Ты просто рехнулась. Рехнулся мир, а не мы. Так передушите скорее друг друга. И избавьте нас от грязной работы. Все деритесь. Или мы начнем стрелять. Морали нет. Добра нет. Все вранье. Сражайтесь, свиньи! Да здравствует анархия! Долой мирное сосуществование! Повторите, пожалуйста, ваши чудные формулировки. Ты слышал? По-моему, советская девочка над нами смеется. А мы ее защищали. Ее выпарим. Ты как думаешь, Куга? А ну-ка, повернись к нам спинкой. Я же сказал, повернись к нам спинкой. Оставьте ее. С марксистами пока драться не будем. Смотрите! Все смотрите сюда, на него!
А кто же ведет самолет? Никто. Я включил автопилот. Но в любой момент нас могут сбить. Сознательно или по ошибке. Так чего же вы здесь стоите? Отдайте оружие, и я поведу самолет дальше. Отдать это. Кому мы можем доверить оружие? Доктору. 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 Это безумие. Давай я тебя приведу в порядок, девочка. Свиньи содрогнутся. Они принимают нас за глупых. Кроткий хиппи. Но мы переменились. Ты согласна со мной? Нет, мы тюрьма. Поднесите, пожалуйста. У меня не было работы, но была родина. Теперь нет ни того, ни другого. Может быть, Гиту сделает меня генералом? Я слышал, рядом с Гиту теперь сражаются не только черные, но и белые, потомки европейцев, завоевавших вашу страну. Не знаю, проснулась ли у них совесть, но страх проснулся. Вьетнам может повториться. Всюду.
Я компромисс? Нет. Во Вьетнаме быстро взрослеют. Я тоже была во Вьетнаме. Поэтому спрячь этот ключик подальше. Где вы живете? В Москве? На Сретенке. Это правда? Что правда? А я на Колхозной площади. Это совсем рядом. Совсем рядом. Света. Пусть. Мы такие же люди. Мы просто можем проснуться. У нас другая жизнь. Берегите ваши руки. Куда мы летим? Куда летит этот мир? Вы знаете? В Легу. Здесь 3000 долларов. Попытайтесь сесть в Лядези. Это невозможно. Вот вам еще 2000 ради всего святого, ради моих детей. Я уже это слышал. Ведь мы ничего не знаем, что происходит на Земле. В Леге нас могут интернировать. Еще 1000. 10000 против 8. Меня устраивает Лего. Высели на наши деньги. Негодяй, нас могут сбить, мы можем оказаться в плену. Нас всюду могут сбить. Под вашим задом наши деньги, вы слышите? Это меня вполне устраивает. Легу! Банка! Банка! Легу! Нас должны доставить банка! Негодяй, у нас не хватит горючего, а банку бомбят. Разве вы этого не знаете? Прекратите! Прибыли в ад. Или мы еще куда-то летим? Пуля пробила обшивку, просачивается воздух. Ага. До посадки мы еще успеем задохнуться. Если нас не собьют. Убирайтесь все отсюда, если не хотите, чтобы мы врезали в землю.
Как? Мы уже прилетели. Мы опаздываем. Это лево. Аэропорт бомбили. Кто? Пока не знаю. Как видите, пришлось сесть на заброшенной полосе. Вы молодец, Альберт. А ваш маленький самолет не прилетел? Или его сбили? Возможно. Не надо отсюда уходить. Мадам Клео, нельзя здесь оставаться. Интересно, что делается в здании аэропорта? Мы американцы. И должны держаться вместе. Верно я говорю? Я дезертир. А за сигару? Спасибо. Джон, и все говорят, мы останемся в самолете. Здесь они не посмеют совершить насилие. Мы будем молиться за вас и за себя. Боже, чего мы ждем? Скорей! 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 Ведь мы могли бы встретиться с вами в Москве на Сретенке и даже не заметить друг друга. Но я почему-то согласился лететь в Африку, а вас сжигал азарт. И мы прожили странную ночь или целую жизнь. Во всяком случае, что бы теперь ни случилось, нет, мы никогда не забудем этой нашей жизни. Нет. И не забудем, что мы узнали в эту ночь о людях и о себе. Нет. Нет. Мы все связаны с смертельной опасностью. Мы все... Все дети страдающие земли. Вы думаете, дети земли изменились? Во всяком случае, мы лучше узнали друг друга. Кто? Мы. Вы тоже открытие. Для меня, Глеб Александрович. Это войска ГИТУ! Армия освобождения, наши братья! Убийствам и насилию конец! Ничего не бойтесь! Враги бежали!
Ух.